титулованный шеф-повар. Меня зовут Андрей Шмаков, я шеф-повар мишленовского ресторана. Со своей звездной командой. Я Саша Белькович, ведущий шоу «Просто кухня». Я Алиса Полунина, и я владелица кейтерингового агентства. Найдут самого достойного. Я считаю, что шефом можно стать в любом возрасте. 64 года. Мне 30 лет. 55. Мне 15 лет. На кухню можно прийти из любой профессии. Я врач. Я работала бухгалтером, кадровиком. Сейчас-то что? Они помогут начать новую жизнь. У меня муж шеф-повар. Это не для женщины, это тяжело. Вы хотите... составить конкуренцию. Да, хочу полностью поменять свою жизнь. 20 участников со всей страны, у которых одна мечта. Но за мечту придется побороться. Можно добиться любых вершин. Главное следовать за сердцем. «Стать шефом» премьера. Скоро на СТС.